Так, еще раз, как мы всегда любим, работая с массивом, работаем с циклом. Отлично. Алгоритмы, циклы, элементы массива. На уроке информатики во втором лицее правила отвечают хором. Более 90% учеников выбирают этот предмет на экзамен в выпускном классе. Сейчас это актуально и интересно, говорят ребята, но главную роль играет педагог. Я всегда хожу на ее предмет с таким приподнятым настроением, потому что я понимаю, что это мне в жизни в дальнейшем понадобится. Ведь сейчас у нас компьютерная эра, как-никак 21 век на дворе. Очень интересный предмет, даже если кому-то он не нужен по специальности в дальнейшем. Но все равно, когда мы приходим на урок, всегда темы очень интересные, всегда интересно их послушать, даже просто для общего развития. Уже 27 лет Галина Николаевна Сержантова преподает в Одинцовском лицее номер 2. Попав в школу, совершенно случайно поняла, что педагогика – дело ее жизни. И сегодня Галина в числе лучших учителей Московской области. В школе я говорила, я не знаю, кем я буду. Я точно знаю, кем я не буду. Я не буду учителем. И окончила я Минский радиотехнический институт по специальности ВМ. И работала и электронщиком, и программистом. Но случилась перестройка. И меня случайно пригласили, позвали пойти работать в школу информатиком. Скоро уже 5-й выпуск. Классное руководство, творческая и внеурочная работа с учениками – самое любимое в профессии, говорит Галина Николаевна. Мы с ними провели очень много интересных мероприятий. Они мне помогают во всем. Мы объездили полстраны. У нас есть такое великое дело. Вот ровно 10 лет я занимаюсь благотворительностью. Мы помогаем детскому отделению 4-й областной неврологической больницы. И все мои выпуски проходили через эту помощь. Объездили пол России. Десятки творческих конкурсов, свой танцевальный коллектив, благотворительная деятельность. Вдохновение и активность черпает в детях. Они во всем главные учителя, уверенный педагог. Я получаю удовольствие от работы. Я не мыслю свою жизнь без классного руководства. Я люблю этих детей. Я с ними готова горы свернуть. И мне нравится и моя профессия учитель информатики, потому что я люблю технику, я училась, я много знаю в этой области. Ребенка надо научить учиться, считает Галина Николаевна, заинтересовать в процессе. И тогда учеба в школе будет самым ярким периодом в их жизни. Все эти эмоции, которые мы получили в ходе уроков школьной жизни, также наших поездок, достаточно знаменитых, мы очень ей благодарны за все это. Также она не просто прекрасный учитель, но и надежный человек, ведь в любой ситуации она готова подставить свое надежное плечо, помочь, подсказать, как правильно поступить. Старший друг и наставник не только для ребят. Сложные компьютерные программы, интернет, гаджеты, дистанционное обучение поможет коллегам в любом вопросе, и не только в электронной сфере. Я думаю, что для многих, уходя из школы, она остается вот этим маячком, такой, знаете, надежды на то, что все будет хорошо, веры, что без нее просто нельзя жить в жизни, и любви, на чем, собственно, основана сама жизнь. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».